Так, поднялись, от реки отошла, чуть-чуть пробежался. Не так и тяжело в гору бежать. Вот позади остались холодные родники. Сейчас попробуем подняться наверх, к краевой больнице. Там у нас находится район Осетинки. О, птички поют. А вот там вдалеке вижу, еще одна беседка. Так, вот эта дорожка у нас, кажется, выходит на улицу Дзержинского. И потом в центр города по улице Дзержинского можно доехать. Так, а нам надо сюда наверх, скорее всего, направо. Так. Экологическая тропа, Таманский лес, станция 2, бесценный дар. Ну, уже что-то кто-то нарисовал, а нас не могут не испортить. А, вот эта горочка, точно, где мы катались зимой на лыжах. Да, и вот здесь спуск идет. Спуск вот так он идет. Ну, тогда я спускаться не буду, там вообще спустимся, посмотрим. Здесь не так далеко идти. Вот здесь пролегала трасса, на санках катались. А чуть-чуть вот вбок, здесь между деревьями, была лыжная трасса. Не одни лыжи мы пополомали в свое время. Вот тренажеры. Вообще-то ни один тренажер не пропускаю по пути. Остановлюсь хоть на минут 5-10. Чуть подзанимался, пободрее чувствуешь. Ну, сейчас руки у меня заняты. Пройдем дальше. Вот, уже играют. А сколько сейчас времени? Сейчас глянем. Всем 37, нифига себе. Уже играют. Теннисисты. Так, здесь турники. А вот эта беседка. Я помню, что когда катались, беседка была у нас слева. Ну, точно такая же, как это. Да, везде урны стоят, чтоб не мусорили. Посидеть здесь можно. И вот этот самый крутой спуск был. Мне кажется, раньше здесь порожек, мне кажется, не было или было. Может и были, но снегом были занесены. И спускаешься прямо туда к речке. Вот такой здесь спуск. Вот подъемчик такой. Ну, лучше горки не придумаешь. Сейчас попробуем вверх еще подняться. Вообще-то я не думал, что у нас в городе столько спортсменов. Это понял тогда, когда начал заниматься спортом. И первый раз
вышел в парк. Начинают спортсмены бегать где-то, ну, минут с 25-го. И потом можно на протяжении всего дня наблюдать, что кто-то бежит, делает пробежку или там на роликах катается. С палками ходит. Кажется, они скандинавские называются. Вот, пожалуйста. Еще идут на холодные родники. Есть у нас еще холодные родники. От Серафима Савровского в Октябрьском районе. И Демурской монастырь на горе Татарка. Ну, возможно, и там побываем. Так, вот эта дорожка идет у нас, кажется, на детскую краевую больницу. Вот такой спуск. На санках здесь катались. Кататься было хорошо. Вверх санки тяжело поднимать было. Потому что спуск довольно-таки крутой. Солнышко начинает выглядывать. Возможно, сегодня потеплеет. Ставропольская у нас погода такая, что может жарко быть. Ну, холодно дня 2-3. Потом опять тепло. Такой климат. Тем более Ставрополь находится на равном удалении от Каспийского и Черного моря. Поэтому климат у нас такой непонятный. Еще один спортсмен. Вообще-то, когда пробежку здесь делаю, один раз поднимался вот по этому маршруту. Полный релакс. Свет. А, ну это детская краевая больница, она уже здесь. Раньше, конечно, никаких здесь асфальтовых дорожек не было. Жил я на улице Серова. Так что, не знаю, ходьбы здесь, может, минут 15-20 было. По улице Доваторцев. И здесь спуск был мимо. Где-то вот там. Детской краевой. И прямо вот сюда куда-то я выходил. И приходил я, бывает, что и два раза в день. Выходные, ну и после школы всегда. Да, наверное, вот эта дорожка идет туда. Наверное, вот оттуда я поднимался, сюда выходил. Камень какой-то здоровый. Да, видно, что осень начинается.
листья пожелтели, поопали уже. Хотя деревья еще зеленые стоят. Сейчас мы поднимемся на 42-ю школу. Это у нас район Осетинки. Раньше даже был здесь у нас ипподром. Стоял Осетинский. Поляна здесь была большая. Стоял Осетинский дивизион. На этой поляне. Естественно, ипподром там у них был. Вот. Потом город начал строиться. Отец, кажется, говорил, что ипподром туда в Пятигорск перевели. А здесь, на этом месте, построили дома. И стал у нас район называться Осетинка. Вот, да, это у нас детская краевая больница. Вот здесь с правой стороны травмпункт. Примерно где знак стоп, вот сюда вправо. Это центральный вход в больницу здесь. Ну вот, поднялись. Здесь я не знаю, что. Все закрыто. Специальный подъезд сюда сделан. Так, ну вот, а там дальше же Осетинка у нас. Ух ты, видеонаблюдение стоит. Ага, шлагбаум. Это у нас улица Симашко. Вот здесь у нас детская краевая. Чуть дальше, ну как, можно сказать, что взрослая краевая. Ну, там везде вот здесь можно вот припарковаться. Около дома припарковаться. Спуститься на холодный родник. Это детская площадка. Так, а мы спускались. Да, мы вот спускались вот под этой дорожки и вправо. Все красиво сделано. Карусели. Машинка прикольная. Качели даже есть. Это детский садик. Здесь у нас начинается 42-я школа. О, солнышко вышло, прям пригревать начало.
Вот там дальше бассейн от 42-й школы. Я даже один раз там был. Правда, по абонементам туда пускали. Меня сосед пригласил. В общем, нелегально я там был. Хороший бассейн. Вышки стоят. Можно понырять там. Душевые там, раздевалки хорошие. Правда, давно это уже было. Да, вот улица Осетинская. Сейчас мы ближе подойдем. Что-то там, какая-то табличка. А, это, видимо, вот капитального ремонта. Да, так и называется, улица Осетинская. Ну, вот такие здесь дома трехэтажные. Но когда этот район строился, конечно, это был крутой район по тем временам. Вот стадион 42-й школы. Вот бассейн. Пожалуй, на этом и все. Надо продолжить занятие спортом. Ну, ветерочек.